Теперь официально. Сегодня Александр Соколов вступил в должность губернатора Кировской области. Церемония инаугурации прошла в драмтеатре. В зале присутствовали региональные и федеральные политики, общественные деятели, представители бизнеса и журналисты. Некоторые из них выступили с приветственной речью. Слово взял и избранный глава региона. С подробностями Ульяна Ездакова. На сцене драмтеатра звучит торжественная музыка. Александр Соколов официально вступил в должность губернатора Кировской области. В приветственной речи избранный глава региона поблагодарил жителей за доверие. Своей главной задачей Соколов обозначил повышение качества жизни людей. Поэтому приоритетом считаю развитие инфраструктуры, хорошие дороги во всем регионе, масштабная газификация, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, благоустройство общественных пространств. Людям необходимо доступное здравоохранение, качественное образование, новые детские сады и школы, доступное жилье и достойный уровень заработных плат. Это приоритеты в нашей работе в ближайшие годы. В числе присутствующих губернатора с инаугурацией поздравил полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров. Федеральный чиновник отметил серьезный опыт работы Соколова в различных органах власти, его профессионализм и работоспособность. Результат, полученный вами в единый день голосования, самый высокий за всю историю прямых выборов губернатора Кировской области. Это показывает, жители вам поверили и разделяют ваше видение социально-экономического развития территории. Поздравления звучали и от представителей социально ориентированного бизнеса. Хочу пожелать вновь избранному губернатору крепкой, надежной команды, чтобы наш регион процветал и чтобы люди здесь оставались. У нас много замечательных специалистов, и я надеюсь, что благодаря вот тем векторам развития, которые губернатор обозначил, жизнь в регионе действительно станет комфортнее, и люди будут не только здесь оставаться, но и в наш регион будут приезжать специалисты и люди из других регионов. Кто войдет в команду Соколова, станет известно уже завтра. В субботу состоится первое заседание правительства в обновленном составе.